Кто бежит? Динамо бежит? О том, как пройдет в Биробиджане всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», говорили сегодня на Авторадио. Напомним, что организаторы соревнований – Минспорт России, Комитет по физической культуре и спорту правительства ЕАО и Центр спортивной подготовки ЕАО. Директор центра, гость эфира Максим Галачев сообщил, что гонка стартует 18 февраля на карьере городского парка культуры и отдыха. Это физкультурное массовое мероприятие. Здесь мы бьемся не столько за время, хотя у нас, да, там призы традиционные. Это дипломы за подписью нашего министра спорта Российской Федерации. Это кубки, которые нам присылает Министерство спорта не каждый год. Уникальные, с уникальным дизайном, медали соответствующие. Поэтому, то есть, посоревноваться будет за что, но в первую очередь это здоровый образ жизни, хорошее настроение и спортивная суббота. Регистрация, выдача номеров и эксклюзивных лыжных шапочек для всех желающих участников начнутся в 10:30. Торжественное открытие в 11:45, старт ровно в полдень. Лыжня проложена по кругу в 1200 метров. Детям надо будет пробежать один круг, юношам и девушкам – два, мужчинам и женщинам – три. На старт также приглашаются мужчины и женщины 1963 года рождения и старше. Их дистанция – два круга и один, соответственно. Полная запись эфира на портале reabir.ru. Все на лыжню. Дмитрий Егерев, Павел Славин, Новости 21.